Так, значит, вы выбрали Розу. Роза – это женщина, ну, психотип Маргарет Тэтчер, да, «Железная леди». Ух ты! То есть у вас на самом деле все простроено в голове, у вас есть цели, там, ну, карьера для роста, не знаю, просто, ну, в силу уже, наверное, уже карьера есть, уже простроена. Но, то есть у вас все разложено по полочкам, вы знаете, кто где находится, где у вас что лежит, у вас все конкретно, все продумано. Вот, вы хороший наставник, либо учитель, либо, ну, педагог, либо, ну, по работе, либо в семье. То есть вы наставник очень хороший, это говорит о массе гиацинта. В то же время вы хорошая мать. Вот, хорошая мать, масло жасмина выбираете. Это масло жасмина же масло материнства, а масло отцовства – это гиацинт. Вот, и скорее всего, что вы на себя берете функции и отца, и матери, и до сих пор являетесь... оберегаете, наверное, детей, я не знаю, внуков, ну, близких. Вот. Вот и жасмин у вас это явно выраженный. И вы любите домашний уют. Для вас это очень важно. Важен домашний уют, тепло, там, пища, чтобы была приготовлена. Ну, то есть, ну, по крайней мере, уют – это однозначно вот, комфорт. Вот. А эти масла, значит, нероли, мед, ну, а вот эти подтверждают. Вот Мира – это хранительница очага, поэтому у вас явно выраженные вот эти вот гиацинт, жасмин и ваниль, уют, да? Вот это Мира, хранительница очага. Нероли – это масло куртизанок, то есть вы на самом деле, да, ну, у вас такая улыбка и взгляд, что вы это самое, хочу сказать, соблазнительница. Все равно знаете, как говорить с людьми, чтобы их привлекать. Вот это на самом деле нероли, это не обязательно, что… там, соблазнить и мужчину куда-то отвезти. Это еще и получается как себя преподнести, да, чтобы вас увидели. Вот. А мед – это большая открытая душа, большая, широкая, большое сердце. У вас много друзей, круг общения большой. Вот это, об этом говорит мед. Спасибо большое. Ну, вообще все в точку практически. Да? Ну, ну да. Это масло кориандр. Кориандр – это интеллектуальный мужчина с широкой открытой душой. Слушайте, в точку вообще. Интеллектуальность, да? Да-да-да, в точку вообще просто. Слушайте.